А теперь подробнее об этих и других новостях. Весенне-летний пожароопасный период не за горами. Насколько городской округ Люберцы готов к нему, выясняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Встреча завершилась смотром техники пожарно-спасательного гарнизона, аварийных бригад и добровольных пожарных дружин. На месте работали мои коллеги. Это лишь небольшая часть арсенала, которая готова справляться с чрезвычайными ситуациями. Весенне-летний период в основном это пал сухой травы, горение лесных массивов и дачных участков. Люберецкий пожарно-спасательный гарнизон готов к непростому сезону. Пожарно-спасательные подразделения, в принципе, всегда готовы. Мы в постоянной готовности, у нас вся техника исправна. В пожарно-спасательном гарнизоне у нас заступает порядка 20 единиц техники круглосуточно. Это как основные пожарные автоцистерны, так и специальные. Это есть и высотная техника, и дополнительные автомобили вспомогательного назначения. Ликвидация возгораний в пожароопасный период – работа командная. В постоянной боевой готовности не только сотрудники МЧС, но и представители лесничества, ресурсоснабжающих и дорожных служб. Предприятия, организации, которые имеют водоналивную технику, она многофункциональная, она может выполнять работы по благоустройству, уборка улиц, но одновременно, буквально в считанные минуты, может быть переоборудовано все это и используется для тушения лесных пожаров. Все службы доложили по взаимодействию, по своей готовности, по тому опыту, который они заработали. В основном это слаженные коллективы, люди работают не первый год и знают, как быть или как поступать в той или иной ситуации нестандартной. На этом проверка готовности техники личного состава не завершена. В начале апреля, перед стартом пожароопасного сезона в Подмосковье, в городском округе Люберцы пройдут тактические учения. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.